Новых подтвержденных случаев заражения в регионе 5043, и это почти на 400 меньше, чем днем ранее. Медики считают, пятая волна постепенно идет на спад. В инфекционных отделениях остается свободными 20% коек. И сегодня министр здравоохранения Константин Хальзов заявил о возможном обратном перепрофилировании некоторых ковидных госпиталей и возвращении персонала к штатному режиму работы. Уже запланировали те госпитали, которые были перепрофилированы в последнюю очередь к обратному перепрофилированию, но это будет сделано по прошествии примерно 2 недель. То есть сейчас посмотрим динамику. Если динамика будет положительной с точки зрения начала по выписке, тогда это будет принято решение. Но сейчас мы пока рассматриваем примерно к 1 марта. Ну, еще 2 недели есть, поэтому посмотрим. То есть не раньше 1 марта будут возможны первые какие-то изменения.